Это вот этот вот большой, огромный магазин Bass Pro. Вот Паша проснулся. Теперь мы идем в магазин. Паша, да, ты пока спал, а мы видео поздравления сняли. Он пока еще сонный. Кстати, здесь водичка даже не замерзла. Вон для птичек поставили кормушку. Видите, пар кормушка для птичек. Да. Здесь такая небольшая речка. Речка. Пошли. О, лед! А здесь, да, здесь замерз лед. Смотрите, для того, чтобы снег убирать, вот такой вот маленький трактор. Заходим. Давай, заходим, заходим. Паша, здесь тепло, хорошо. Как тепло. Пошли. Ой, смотри. Здесь какой большой камин. Паша, смотри, какой камин. Огромный, огромный такой вот газовый камин. Погрей ручки. Мы уже делали здесь отсюда трансляцию несколько раз. Мама! Это лодки, видишь? Это форды, фордки я такие, официальные лицензированные комплекты от компании Ford. Я хотела вот это взять. Я хочу машину сделаю. Маленький такой квадроцикл. $300. Полноценная Yamaha. А это уже совсем, ну это кукольный. Я хочу их покатать. Вот за $35. Для малышиков таких. Они могут включать. А вон, смотри, какие домики. Это, видишь, кормушечки для птичек. Да, папа, я видел, кто-то там. Кормушечка. Это как туалет маленький висит. Да, смотри, висит. Белочка, смотрите, чтобы белочка к вам в гости не приходила. А это вот для колибри. Вот такую мы поилочку возьмем для колибри. Весной повесим, и у нас будут прилетать к нам птички колибри. Да, это рыболовные снасти в этом отделе. Здесь все, одежда. Само оборудование и снасти. Аксессуары. Да, мы пошли сейчас с тобой смотреть рыбу. Пойдем рыбу смотреть, сынок. Здесь стрелы продаются, разные-разные стрелы. Мам, дай шалучку. Давай. Мам, а я тебе дам шалучку. Луки, арбалеты. Ну, это спортивная стрельба. А здесь вот оружейные. Здесь и ружья,
и пистолеты разные. Пудышки! Папа! А. Папа, посмотри, что там наверху! А, наверху, да. Вон, видишь, какие там турки. Турки. Кто-то в таких держит оружие, а кто-то деньги. Вот самый прикол, сегодня 31 декабря, а Санту уже убрали. Вот при входе мы заходили, елка, она уже разряжена, и на улице очень много уже вообще выброшенных елок. То есть они отметили Рождество, и все. Новый год для них совершенно не праздник. Обычный субботний день, да. Вот видите, на входе там разряженная елка, и здесь на входе сидел Санта. Ну, видите, уже нету, все. Праздники у них закончились. Я подошел к одному работнику, говорю: извините, а где Санта? Он говорит: ну, Крисмас уже закончился. То есть все, Крисмас закончился, и Санта уже уехал. Новый год не празднуют совершенно. Выходим на улицу, уже начинает темнеть. Я не знаю, американцы убрали уже свои украшения с домов, потому что когда перед Рождеством, до 25 числа, дома были очень красиво украшены, и мы хотели поснимать, но как-то поехали, было очень темно. Я думаю, что мы, наверное, сейчас прокатимся. У меня у друзей здесь райончик такой красивый, и там очень было много красивых домов. Поехали, Маш, посмотрим красивые наряженные дома. Ты только машинки хочешь, он только машины хочет, больше ничего. Белые? Поехали? Да. Хорошо, ребята уже пообщались с Дедом Морозом, когда мы ходили в Sunbird. Ух, надо фотки, кстати, я еще ВКонтакте их не выкладывал. Завтра выложу. Кстати, и к нам завтра придут гости. Мы сегодня Новый год будем отмечать дома. И к нам будут завтра приходить гости. Очень интересные люди. Один из наших гостей работает здесь, в Колорадо, психологом. Очень высококачественным, дорогим психологом. Маша сама пристегивается. Да. Пристегиваем снизу. Пристегиваем сверху. Желательно вот эти вот ремни, чтобы были на уровне грудной клетки. И не было слишком свободного хода. То есть все должно быть четко. Селись, мы едем дальше. Вот часть таких домиков, которые украшают. Видишь, смотри, какие деревья красивые. Обалдеть! Паля, прямо обалдеть, да? Да. Деревья. Ну, кстати, уже разрядили. Много было, здесь было намного больше украшено. Сейчас очень быстро темнеет. Прям поэтому буквально сейчас пару секунд еще проедем, и уже будет темно. И Олежки. Мне вот этот дом нравится. Вот справа большой такой, и елочка такая красивая здесь стоит на въезде. Вот мы вернулись домой. И шары взяли мы в преддверии Нового года. На часах 6 часов 20 только минут. Ребята здесь играются. Тут такая уютная атмосфера. Даже. У нас есть черный хлеб. Помимо того, что печет мисс Анюта, мы еще покупаем черный хлебушек вот такой в русском магазине. И как раз вот я купил, разлетается на ура. Машенька просит меня, чтобы я сейчас ей намазал этот хлебушек стертым сыром и чесноком. Он очень вкусный. На. Только не ходи туда, чтобы не крошить, хорошо? Пожалуйста, здесь кушай.
пока такие вечерние перекусы, мисс Анютка пожелала вот это. Я не знаю, что это получится, но мисс Анюта просит черный хлеб и черная икра. Ну, не знаю. Наверное, это вкусно. Вот она. Заморская. Черная. Такая баночка. 120 баксов. Здесь 250 грамм. Песня, слышишь, какая? С Новым годом. Буржуйская черная икра. Красота. Далеко? Поехали.